Короче, блин, меня приперла ностальгия. Короче, я решил поиграть в Crash Bandicoot. Вот, и что-то почему-то захотелось со второй части начать. Хотя... Из всей трилогии моя любимая именно третья часть. Но я решил начать со второй. Вот, ну... Я уже играл некоторые уровни в других частях, но это было в низком качестве, это было давно. Crystals. Of course. Короче, блин, ребят, извините за этот звук тупой. Короче, вот. Давайте пропустим, сразу к геймплею перейдем. Я, короче, сначала скачал версию, она была русская, блин. Я не хочу русскую, я хочу английскую. Well. Короче, пошел в жопу. О, вообще... Короче, Crash Bandicoot, первые три части, это просто классика, мое детство. Вот, как же я обожаю эти игры. Тоже по много раз любил их полностью проходить, полностью вообще. Там насколько на 200% все собирая, короче. Вот. Но я пока просто так поиграю, потому что у меня есть прохождение, которое надо в первую очередь завершить. Вот. И потом уже тогда продолжим, и это будет как прохождение, вернемся и до конца уже пройдем все. Вот. Так что пошли сразу в первый уровень. По очереди будем. Шел нафиг. Я... Это сейчас не откроется. А, откроется. Просто некоторые эти штуки открываются не сразу. Вот эти ящики, на которых надо прыгать. Я люблю их просто разбивать. Потому что, как бы, ну, они дают несколько яблок, но... Ай, блин, не перепрыгнул. Черт. Ладно, давайте заново. Тут нужно кнопку прыжка нажать за определенное время. Чтобы выше прыгнуть. О! Нет! На бонусе, это же бонус, да? Не, это не бонус. Если бы был бонус, то жизнь бы не тратилась. Хочу все собрать, я все собирал. Это было, конечно, 100 лет назад. Блин, почему он не допрыгивает-то? Хоть я играю на эмуляторе, но в чем тут сохранения быстрые не работают. Давайте еще один раз попробуем. Почему-то он не допрыгивает, не знаю. Тогда, когда у меня будет больше жизни, я вернусь на этот уровень и все тут соберу. О! Последний раз сказал, да, и получилось.
Так, а тот ящик тоже надо сбить. А давайте пока так сделаем. А, вот это у меня не всегда получается. Ай, блин, вот уже не получилось. Короче, ладно, тогда попробуем в другой раз. Нужно поверху идти. Нужно так быстро на него напрыгнуть, чтобы он не успел голову убрать. Блин, вот уже не получится. Блин, жалко. Я давно уже не играл, блин. Какой дождь идет. Мне нравятся ямы, где эти вылезают чуваки из песка. Это уже бонус. Это же можно и сдохнуть. Тут как в Сонике, да? В Сонике надо собирать кольца, а тут яйца. То есть яблоки. Во, вот яма. Ну, кстати, можно через нее, знаете, секрет. То есть, по идее, надо в яму идти, а можно обойти ее. Во, видите? Вот так. Ну ладно, давайте пойдем. Вот так неинтересно читерить. Блин. Я вроде крутанулся уже, и все равно он меня задел. Тут надо черепаху использовать. Спасибо. Вот. Вот опять я крутанулся, и почему-то он все равно меня задел. Не знаю. Вон еще одна яма. Блин, что-то не получается. А? Да попробую по-другому. Вот так. Ну все, первый уровень прошли. Ура! Правда, блин, видите, не все собрали, черт. Я люблю, вот все так заходят, да? Прямо сюда. А я люблю вот так делать. Обойти ее и тогда уж запрыгнуть. Что, не идеально, конечно, сейчас получилось. Так, что, давайте еще. Вот это ледяной уровень. Там пингвины будут, пингвинята. Пингвины-пента. Вот он. Привет, пента! Блин, он ящик сбил. Вот это прикольное место. Нужно сюда запрыгнуть. Вот так. Динамиты тоже считаются за ящики, и всех нужно самому взрывать. Вы, блин. Опа. Пошли вверх. Нужно быстро.
Вон видите, красный камень, но его сейчас не возьмешь. Это нужно идти в секретную арену, и мы спустимся сверху. Вот, вот это прикольное место. И вот тут сразу пингвин. Бонус. Сейчас, если я сдохну, будет обидно, я две маски потеряю. Мне очень нравится, который тут уровень не в конце, в лаборатории. Вот так надо было прыгать. Только я почему-то все равно, видите, до верха не могу допрыгнуть. Вон тот ящик. А, все равно смог, отлично. Все. Видите, сколько у меня жизни? У меня 90, я вам точно говорю, у меня будет 99. Я их буду продолжать собирать и все. То есть больше 99. Ай, уже не. А. У меня всегда, когда я играю, у меня 99 жизней, а больше не набирается. Вот. Я неуязвимый на какое-то время. Но в яму упасть я могу. Подождите, я что-то забыл. Там же были ящики, которые нужно. А, во! Вот здесь. Вот, там наверху, короче, секретный ящик, который дает доступ к вот этим, которые были закрыты. Ай, блядь! Пиздец, вот это облом. Блин. Вообще, самые интересные уровни, по-моему, это когда нужно назад идти, ты ни хрена не видишь, что там находится. Это вообще прикол. Видите, начало игры, а у меня уже 15 жизней, как вам? Нормально. Опять забыл про эту штуку. А? А? Конечно, если бы я там не сдохнул, на прошлом уровне, да, пытаясь собрать ящики, то у меня было бы 20, может, даже больше жизней. Все вроде. А, все, отлично. Вот это тут получилось. А, супер. Ой, что-то у меня, блин, шея болит. Я сегодня шею отлежал. На одном боку лежал и, блин, ой. Бинго! Оу, я. А, блин, я танец пропустил. Тут он танцует, когда собирает два. Вот, а вот этот красный, потом он будет доступен. Я даже не знаю, вроде он сейчас он недоступен. Только позже. Хотя давайте сейчас проверим. По-моему, позже будет. То есть нужно сначала босса победить, и тогда уже откроется секретное место. И там будет уже возможность взять красный камень. Это сейчас собирать не обязательно. Мы уже тут все собрали. Что-то должна быть дополнительная платформа, которая ведет нас на секретную часть уровня. Вот где-то тут должна быть. Но я не уверен, есть сейчас или нет. Пока не вижу нигде. Это бонус, там не может быть. Это не то. Тут надо было вот так сделать. О!
Не, нету, странно. Значит, позже должна быть. То есть, как бы, ничего странного. Ты сучка. А, два раза пробежались. Я просто, чтобы быть уверенным уж точно. Ту-ту-ту. Сейчас он упал. Прикольно. Так, следующий уровень вот этот. Вот этот прикольный уровень. 16 минут. Давайте на следующее видео посмотрю, как записалось. Хотя вот должно быть нормально.